Пришли сюда. Мне очень жаль, что такой маленький зал. Просто я хотела выбрать некое знаковое место для того, чтобы вас сюда пригласить. Я бы хотела вас угостить чем-то сегодня необычным. Вот у нас есть черное мороженое, очень классное, штрудели. И потом будет еще сюрприз для вас небольшой в качестве, ну, тоже вкусного угощения. Я надеюсь, что вам все понравится. И хотела бы сказать, что штрудели и мороженое вы сможете попробовать по моему рецепту. Сделанный штрудель магический абсолютно. Ну, я, конечно, готовить не умею, но мне помогли. Помог Роман, который владелец кафе вот здесь вот недалеко на Патриарше, кстати, тоже находится. Так случайно совпало. Кафе называется «Штрудель кафе». И вот там, только там вы сможете попробовать этот штрудель, серьезно. Он будет обязательно на следующей неделе.